Сегодня на Trial Zone я прочитал статью, где описано, что у вас появился новый шлем и новая покрышка. Что вы об этом скажете, Денис? Это правда. Ефимович, спасибо. Нужно прыгать больше, чем на метр. Славик, тяжело запрыгнуть на эту высоту? Давно уже просто прыгаем. Давай, Кока. Легко справляется с этой высотой. Yes, sir. Неплохо, да? Так только я и Херман сделаем. Коп. Сейчас перед нашим парнем закрыли. Невозмутимый Вячеслав Джек. Подожди, вот море. Море там. Море там. Вот поверни туда карту. Нет, не так. Вот так. Вот там море. Мы ехали вдоль моря, вот так. Вот, сука, она перевернулась. Что, после шоу сейчас нормально оторвемся. Ну вот, сейчас будет оторваться. Да, где-то в лесу встречаемся с Русей. Мы тебя найдем, Руся. Руслан, ваш комментарий. Чего комментарий? Славик ищет дорогу. Турция. Других нет комментариев.